внутрь, вытесняет его за плоский щита Курбанов. И Узо в проход с периметра. Метром, да, большая честь представлять страну. Курбанов, да, накрывает его кольцо, очень обидно. Говоря о котором, в первую очередь, мы подразумеваем мужественность и характер. Вот очень хочется... До свидания, нигерийская сборная, и вообще африканские сборы. Классно, классная передача. Тренировку вчера образковывают, там, частично, конечно же. Еще один зевок под кольцо. Дистанции у нигерийцев, ну и не торопятся они двигать мяч внутрь. Кулагин с той же точки. Позиционное нападение. Кулагин отбрасывает своего соперника и атакует. Не удается, но пока и нет такой необходимости. Работает позиционное нападение у российской команды. Это главное. Очень смелый. Зубков на грани пробежки. Скидка на периметр. Кулагин! Свои руки показывают комбинацию, но очень долго. И вот это как раз волнение и уровень. Все-таки чемпионат мира. Хорошая подстраховка от Мотовила, успела, но здесь освободилось пространство под кольцом. Может, Стэн Окое под пятым номером, поигравший в Европе, много и снова... Только дай. Мотовила в защите. И Роекбу снова. На этот раз без дриблинга пошел. И опять! Да сколько можно! В лепешку расшибаться нужно в борьбе за такие мячи. Вот своей команде. Винсент Намди, вот он с мячом, степ-бэк, отшагивание назад. Причем попал опять в такой очень неподходящий момент. Нигерийцы так потихонечку. Да. Главное Курбанову еще раз не сфалить, а Коги, и это не пробежка. Мяч, но не спас, и фалить уже пора, прошла. Эль-Фарук. Все обошлось. Надеюсь, прицел не испорчен. Вот сейчас и проверим. Проходить туда, и все галопом. Да ладно. Вот. Зубков. Быстрые руки демонстрирует. Валиев здорово на месте. Бабулин может. Болеет это делать. Очень издалека и очень точно. Он исполнил здорово. Не попал. А здесь Бабурин. Высоко действуют нигерийцы. Пытаясь освободить. Ох, какой быстрый Роекбо. Им россиян догнать. Третья четверть начинается атака со сборной России. Фридзон играет под страховку Нвора. Бросок со средней, как учили Окоги. Вот. Умеет многое. Курбанов вниз на Зубкова. Очень красиво. Явился, немножечко разгружает своего защитника. Семен. Подвешивал мяч хорошо, но не точно. Ох. Это вопрос о том, какой баскетбол нравится китайцам. Комбинации россиян в первой половине вызывали вас. Семен против Винсента. Атаковать не стал. И вот Карасев. 142. Сработал. Вообще не задумываясь. Сборными России и Нигерии начинается прямо сейчас. Окоги тут. Возможно было и свистеть. Но внизу Бабурин. Нет, очень мелко тут играет. Кованная передача, но Бабурину приходит. И здесь Ивлев. Вот правильно. Вот так. Секундной зоны. Там как раз, ну, атлетизма хватает нигерийцам, чтобы периодически отбиваться. Спрашивался пас здесь Кулагин сейчас. А вот Винсент, это предыдущая атака. Сложный мяч в ране. Очень долго. И Ираегбу забирается под кольцо фридзон. Там Курбанов спасает этот мяч. Зубков. Ох. Позиция была у Виталия. Но тут атлетизм нигерийцев играет свою роль. Нигерийского капитана. Кулагин на фридзона. Фридзон на Воронцевича. Ситуация такая. Ну такой NBA-шный баскетбол. Бросили, побежали обратно. Воронцевич. Это шанс. Но есть люди, способные обыгрывать один на один, но начинают нигерийцы спать. Ну вот в этой ситуации, когда Зубков забивает. Том внутрь на Воронцевича. Тот против Нворы, который прохалявил в прошлой защите. Эль-Фарук Амину. Оставляют его одного против Воронцевича. Вправо пускает Воронцевич. И Аминуса. Диогу гипнотизирует Мишу Кулагина. Но Нвора игрок. Помогает вынести мяч. И абсолютно авантюрный бросок. Есть. Тифакоги. Вот немножечко странный выбор. О, хорошо, мяч не зашел. Могли... Передача. Окоги. Бабурин подчеркнуто аккуратно отходит в сторону. Ивлев.